Это у нас идут картины в отделении милосердия. В отделении милосердия. Мы отправляем в отделение милосердия. Смотрите, что важно, что мы сейчас вам сразу повесим эти картины на стены. Понравилась вам эта работа? А почему? Краски красивые. Да. Нравится, да? Нравится. Почему именно эта картина нравится? Потому что рисовали, вот он хорошо. Потому что очень хорошо нарисован. Давай посмотрим, кто автор. Елена. Спасибо ей, скажем. Тоже выбрали, как вас зовут? Лена. Вы выбрали тоже Елена. Яблоки картина называется. Это маслом нарисовано. Чуть-чуть это какая шершавая. Она дикая. Но симпатичная. Да. Зима. Почему именно зима? Как вас звать? А, Таня, там в жару я плохо себя чувствую, а зимой легко чищу снег. Мне нравится зима. Ура! Давай посмотрим, кто. Давыдов Александр. Мальчик рисовал, мужчина. Называется «Пятна лунного света на снегу». Красивое романтическое название, да? Спасибо вам. Чудесно. Почему именно собачек? Почему собачек? Да. Потому что мне нравятся собаки. А была своя собака? Своя собаки не было. Вот. Я думаю, что собака на природе это очень красиво. Вот. У меня тоже собака. Я очень с детства люблю собак. У меня очень много было собак. Я много заводила. Даже кутят домой приносила, мыло и оставляла себе. Лебеди какого, да, красивого? Почему именно лебеди? Мне нравятся эти птицы. Нравятся эти птицы? Как тебя зовут? Александра. Александра. Так, кто автор? Давай посмотрим. Ольга Симонова, да. Это любовь. Называется картина. Вам цветы нравятся, да? Я дома сажала цветочки. Расскажите, почему именно эту выбрали? Ну, понятно, красиво, лучше всех. Лучше всех картина? Да. Церковь там? Да. Березки. Спасибо вам большое. Потому что, море, да. Природа, свобода? Да. Красота. Класс, спасибо большое. А почему вам понравилась эта картина? Там где закат. Закат. А там, смотрите, там двое. Да, это люди. Да, почему вы выбрали? Я выбрала, потому что счастье. Это швец, это любовь. Какие затейники? Вам цветы нравятся? Да, люблю цветы. Почему выбрали? Страницы домашнего очага. Thank you.
приходила встречаться коту. Только песня совсем не о том, как улыбала кошка с котом. Почему роза? Теперь рассказывай. А я люблю их. Розы мне всегда дарили. Дарили розы? Да. И на день рождения муж дарил. Здорово. Картину вы выбрали. Ой, почему именно эту? Такую девочку, а? Да, красивая. Очень красивая. Это Юля Креница нарисовала. Да. Черненькая такая, да? Да, такая хорошенькая. Эту картину рисовала Оля Симонова. Да. Возьмите. Она живет в Москве. Почему именно эту выбрали? Интересно. Понравилось, да? Вот видите, она пишет на добрую память. Только позитив. Вы позитивный человек? Очень. Вот она хочет, чтобы у вас был позитив. Поэтому нам это дарят. Почему котенка? У тебя был котенок, как вас зовут? У нас много было котов. Много котов, да, было? Меня Аня зовут. Аня, Аня. У меня много кошек и породистые есть. Кто у нас? Давай посмотрим автор. Сердюченко Марина нарисовала. Она нам все время рисует таких классных котиков. Называйте вашу красоту. Ой, какую вы выбрали красивую. Почему именно зиму? Зиму. Любите? Зимой родились? Да. Большое вам спасибо, что вы приехали, привезли нам такие шикарные картины, которые будут украшать комнаты наших проживающих, радовать их и вообще вы молодцы. Не только их будут радовать.